На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы активисты могли официально фиксировать правонарушения, передавать их в Министерство лесного хозяйства и экологии и привлекать к ответственности злоумышленников. Документ действителен один год, после чего решение о продлении статуса общественного инспектора принимается комиссией министерства. В Самарской области активистов, желающих поработать на благо окружающей среды, становится все больше, отмечает депутат Государственной Думы, первый вице-президент Союза МАШ России Владимир Гутенев. Ну, награда всегда находит героев, и в Самарском региональном отделении УНФ героев всегда было достаточно. И самое главное то, что у нас институт общественных активистов, которые помогают сохранять природу, которые оказывают существенную помощь госорганам, растет.